Многие задают вопрос, нужно ли освещать жилище. Здесь, опять же, нужно очень четко понять, что такое само по себе освещение. Да, вот само по себе слово «освещение», применительное к освещению жилища, немножко слово неправильно. Чин называется «чин благословения на жительство». То есть семья, люди вселяются в дом, в какой-то новый для них, допустим, или в котором они живут, но еще не освещали его, и просят у Бога благословить их пребывание в этом жилище. Но что такое благословить? То есть человек создан для радости. И чтобы радость в семье была, нужны несколько вещей. И вот эти вещи как раз и просятся в чине благословения жилища. То есть первоначальные вещи — это, если на русский переводить современный язык, это безопасность и пропитание, чтобы были у человека. Потому что тоже без безопасности, без пропитания счастье очень сложно в семье найти. Но вот самая главная вещь, которая просится как раз в этом чине, это мир в сердце домочадцев и мир среди домочадцев. Потому что как бы ни был состоятельный человек, какая бы ни была у него квартира или дом большой, если нет мира в семье, нет мира в сердце, радости нет. Соответственно, получается и жизнь в этом доме, ну, она проходит практически зазря, да, какой бы ни был хороший дом. Поэтому вот основной смысл, основной посыл, если можно так назвать, освещение этого жилища, да, это как раз просьба о том, чтобы и был мир в моем сердце, и мир среди домочадцев, и тогда уже все остальное приложится в этой жизни, я буду жить радостно в этом доме и, соответственно, счастлив.